Поставлять продукты в дошкольные учреждения города в 2020 году также будет комбинат общественного питания. Дошкольные учреждения уже заключили соответствующие договоры о поставках. По условиям договоров, до конца декабря предприятие будет завозить в детские сады мясную и молочную продукцию, овощи и фрукты, а также бакалею, крупы и другие продукты питания. Стоимость контракта варьируется в зависимости от конкретного детского сада и составляет от 5 до 12 миллионов рублей. Торги проходили в форме закупок у единственного поставщика.